Давай придумаем рэп, просто придумаем рэп. Давай придумаем рэп, просто придумаем рэп. Давай придумаем рэп, просто придумаем рэп. Немалий даймонд, VVS, не чули грув, не знали свек, не скоро. Для всех моих солдат этого рэпа, для всех моих солдат этого хип-хапа, диджапа, этого драпа, этого рэпа, выкипи-хапа, мы кипи пацанами, гоним хип-хапа, да. Ей, гоним хип-хапа, пацанами этого рэпа, гоним этого хип-хапа. Короче, йоу, ребята, я чё веду, короче, прямой эфир, потому что я дико рад, дико доволен, что меня разблокировали, потому что я, короче, выложил фотографию. Блядь, не могу помахать Биг Биби, извини, но ты со мной, я с тобой, бро. Короче, я, в общем, выложил какую-то фотографию неприемлемого, блядь, нарушающего правила сообщества Инстаграма. И я уже, блядь, я никогда не смогу зайти в прямой эфир, при том, что я как бы не планировал заходить в него вообще никогда. Но меня это очень грузануло. Я очень рад, что я могу зайти в прямой эфир и пообщаться со всеми вами, потому что у меня был момент, и я уже такой думаю, блядь, и зашел в прямой эфир ВКонтакте, провел прямой эфир ВКонтакте впервые в своей жизни. Это было очень душевно, это было очень приятно. Но я же не могу говорить с моими хоумисами, у которых заблокирован ВК, то есть VPN, вся эта хуйня. Ну, я имею в виду, кому неудобно заходить. Слисладзе. Блять, я не могу вам махать. What the fuck, ma? О, кому-то помахал. Кому-то не могу. Вот, и в общем такая была ситуация, я немного грузнулся, мне было обидно, что я не могу зайти и пообщаться со своими людьми. Но я зашел, йоу, это хип-хоп, бро, я поднимаю за вас, как всегда, бокальчик пива, все мои старожилы моих эфиров знают, как это происходит. Эстония на связи, мать, респект, Эстония, респект, е, шалом, Димон, прям прямой ВК дал в душу всем, кто его не удалил. Всем в душу, всем респект. Всем одна любовь. В общем, базарим с хоумизами. Курим пидорскую хуйню. Беспонтовая залупа, если честно. Такая. Бурдан, пиво, как всегда, самое лучшее, разливное, все самое красивое. На майте или в майте? Спроси у своей матери, братик. Южный готик, да, спасибо, да. Есть такое. Какие планы на будущее? Я буду баллотироваться в мэры Ильичевска. Курил и пил, и мусора что-то спросили, мусорам не угодил. Нахуй этих пидрил. Со мной мои пацаны. Тут реально гоним настоящий рэп шит, настоящий гэнг шит. Личи спьем, это пиздец. Личи, ты все знаешь? Бля, Шарайо все, блядь, знает. Он все знает, все выкопает, блядь. Мать, а что тебе поприщило, братик? Я начал заниматься уходом за кожей и начал делать шугаринг и пилинг. И меня чуть-чуть разнесло. Братан, да. Плюс нехватка витамина Z. Салют из Москвы, Москва, салют. Почему на массе? Я одного лоха пидорасил. Вот так и произошло, братан. Она была на кичаше. Батл электросиги, гироскутер, новая школа нищенников. Братан, никакого гироскутера, никаких батлов. Йоу. Все шурап, всем буду махать. Блять, не могу что-то вам махать, блять. Сколько панчей про мать можешь выдать за минуту? Братан, сколько тебе позволит твой кошелек, блять, вот реально, можем строить такой контест, блядь.
Что такие треки пушки будут новые? Братанчик, да, вот сейчас будет панк-рок. Я вот уже говорил вам всем давно, будет панк-рок дерьмо. Будет рэп дерьмо, рэп shit. И мы будем просто кайфовать. Это все, к чему я вас призываю. Помню, ты на версии разъебал. Да, было дело, Владимир Кузнецов. О, было дело. Разъебали всех, были классные времена. Хип-хап. Всем дворам. Ну. Может быть, это еще вернется, не знаю. Так, дописал роман Сплит. Это все в тайне, это все держится в тайне. Блять, что я нажимаю? С букером будет фит. Да, с букером, думаю, будет фит. И может быть и не один, а может быть и два. Не знаю, все будет по кайфу. Уверен. Я Феде скинул один трек. Он вроде кайфанул, может будет. Красиво дерьмо. У тебя все заебись, активничаешь по музлу или не очень? Лумас Блэк, знаешь, что у меня такая ситуация. Я как бы активничаю по жизни, понимаешь. Но музло, оно максимально связано с моей жизнью, поэтому, конечно же, есть активность. Большинство музла, которое я делаю, я не выкладываю синглами. Может, в этом есть моя проблема, моей такой маленькой активности. Но все покажет время. Ломас Блэк, все покажет время. Кабацкий Кутила 2 надо очень. Будет Кабацкий Кутила 2, будет Кабацкий Кутила 3, потом будет Кабацкий Кутила Воскрешение из мертвых. Кабацкий Кутила, брат, это же... Это, понимаешь, образ жизни. Это не просто рэп. Когда на хардкор драться? Я вот сейчас пошел, короче, в спортзал, буду пиздиться с этим. Со старшими Емельяненко. Будем, короче, драться на голых кулаках. На Мальдивах. Там будет очень серьезный расклад под водой. И судить все это будет Диджей. Бля, что-то с юмором у меня хуя осталось время, извините, ребят. Я так старался прописать нормальный панч в диссе на тебя в конкурсе Red Bull, а ты не заценил. Но зато сказал, что я на тебя похож. Слушай, братанчик. Если я не заценил, видимо, это было, ну, типа, не прикольно. Потому что то, что круто, я пытаюсь объективно судить всегда. Рапаси. Дядя. Угу. Конечно. Всем Рай Травана. Пробуй с казаном. Да слушай, с казаном, конечно, да, вот это самое там. Можно, конечно, попробовать убийство в прямом эфире. Ну, меня. Кстати, кто из вас видел зарубу казана? Пропишите казан, заруба. В ютубе посмотрите. Чувак. Очень круто наказал. Наказал, показал стиль, потому что... кто видел, кто не видел, там... Паук на потолке? Нет, паука, не пизди меня. В общем, там были неравные условия. Получается, его оппонент готовился 2 месяца к бою. У него должен был быть другой противник. В общем, и казану сообщили буквально за 2 недели. Типа, йоу, вот у тебя будет такой чувак. Чувак, который моложе его. Титулованнее, вся фигня. Типа, но казан, короче... Казан показал, блядь... Откуда паскот растет, блядь, по Устовского нахуй, блядь. Такая тема. Так что посмотрите. Крутой бой. Ну, не крутой, прям типа как там Конор Макгрегор там и Нейдиас, но типа
круто в плане самоотдачи, типа казан на духе вывез просто. Очень сильное дерьмо. Салют, всем салют, йоу. Где, блядь, паук на потолке, блядь, нет паука, нахуй. Чё вы, блядь, придумаете? Треки, братан, я уже... Я отошел от рэп-треков. Сейчас же новая эта тема NFS, NFC, FNT, FTP. Я уже продаю музыку, свое искусство, чисто как цифровое творчество. Цифровое искусство у меня музыка получается. Там, получается, на аукционах можешь покупать мои цифровые наработки в этом, в IT-формате. Я с этого зарабатываю большие бабки. Бери паука, да, блядь, нет, иди нахуй, типа, блядь, где паук? Сука, издевайся надо мной, блядь. А где ты в центре Одессы обычно тусишь? Сколько лет я тебя знаю, ни разу не было возможности сфотографироваться. Не, братанчик, я в центре не бываю, потому что я есть центр, брат. Я, короче, я дитя окраин. Мог видеть меня на экране. Что такое потный? Да, блядь, занервничал за паука, блядь, как бы. Сука, это шарая, блядь, извиняюсь надо мной. Нервничаю, братан, из-за паука. Я как бы арахнофоб. Аллах мой бог. Если что. Йоу, ди, го, Винстон, покурим. Братан, все, я курю пидорскую вот эту женскую хуйню. Барс. Барс. Видишь, везде хип-хап. Блядь, не видно хуёв фокус. Барс. Барс. Вот такая хуйня. Жаль. Очень жаль, что ушел с музыки, без тебя грустно. Знаешь, Динас Фан, без тебя тоже грустно. Очень грустно без тебя, братан. Я очень надеюсь, что ты когда-то вернешься. Фанатейство. Но я могу сказать такую тему, что хип-хоп, он либо тут, либо его нет. И ты можешь погулять с тёлками, с девками со своего квартала, можешь вот это понимать жизнь, но если у тебя хип-хопа тут нет, пиши пропало, брат. Нига. Я больше не пью. Я все. Я только теперь пожинаю знания этого космоса. Да нет никого паука там, Майт. Они с тебя прикол тянут. Да блядь. Е-е-е-е, всем салют. Не, я не курю траву, потому что... О, блядь, Династ Фан тоже курит пидорскую хуйню. Тебе спасибо, брат, за твое откровение. Можно с тобой погреть эту пафу. Банку не курим. Это зло, понимаешь? Все это зло. Моя задача делать музло. Так, хорошо. Как тебе батл керамбит? Картавый, что скажешь? Как тебе картавый выдал? Ну, бля, братан, ну я не знаю. Типа я картавый, я просто не понимаю. Керамбит, ну знаю такого типа, он... Вот пиздит Огил, то он проебывает Коснарту, типа, ну, не знаю, не смотрел, неинтересно. Пока мой блог хранит мой блог. Концерты в Рашке будут. Конечно, концерты будут в Российской Федерации, будут в Республике Беларусь, будут в Казахстане, будут концерты в Прибалтике и, возможно, будут в ближайшем зарубежье. Все организаторы, все 13 человек, которые меня смотрят, все организаторы, вы можете написать мне и позвать меня в свой город. На очень невыгодных для себя условиях. Я шучу. Я приеду за респект. Вот мне пишет мать респект. Я приеду за кусок хлеба на чухать рапа. А пиздите, что хип-хоп у вас есть крови, но лишь такие, как я, могут ее здесь пролить. Что ты за пиздеж, блядь? Кто такой говорит, блядь? О, нихуя себе капсула, блядь. Капсула 3000. Хуя. Ля какая, блядь.
Шпроты, мне нужны очень много шпротов. Шпроты по скидке, а можно и даже за 3 цены. В 3 цены буду брать. Без шпротов не могу, особенно рижские. Пацаны, мы парижские. Je m'appelle Dimitri. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Сука, все к этому приходит. Не с кем курить стало. Осталось только хавать сало. Вот это неплохая рифма. Рифма, может даже сказать, шикарнейшая, шикардосная. Вот с вами, мать, ты чего, Парагрина, помнишь? Конечно, конечно же, я знаком с Парагрином. Кайфовый чувак. И, да. Так, о чем ты сейчас? Он батлил. С Керамитом? Или что? Бля, вот ладно, без всей хуйни, бля, так приятно вести прямой эфир, так давно не вел прямой эфир, так забавно, прикольно. Я вас всех люблю, обнимаю, блядь, пидорасов, блядь. Вы классные ребята. Мати, ты знал лично рэпер из Минска Евгения Зыля или Зыля Джон Гарри Янг Дога, ему даже 19 лет рэпер? Братан, шарю про этого, про эту ситуацию, про этого чувака шарю. Лично не знаком. Слышал, слышал, да, про эту ситуацию. Блин, даже нечего сказать, братан. Жесть, ну как, блядь, ну жестяк дикий. Но я не знаю реально, чем он там промышлял, типа. И знаю, что в Беларуси очень все, максимально все строго с этим дерьмом. Жестко, жестко. О, капсула 3000, поздравляю с концерта. Спасибо большое, капсула 3000. За кубком ты следишь? Да, кстати, смотрел их последний батл. Там Юля Киви батлила против другой девчонки. И буквально вчера смотрел батл Воки Ти против Династа. Блять, нет, не Династа, прошу прощения. Блять, не помню имя, не без сути. В общем, бумбэповый, типа, такой был батл, было кайфово, мне понравилось. Вы пиздите, что хип-хоп у вас в крови, ну лишь такие кемы, где здесь правят. Хуйня какая-то, потом вообще не понимаю, что я говорю. О, Турбанос, наконец-то Турбанос присоединился, блять. Вот таких нам до людей побольше, блять. Такие люди с нами, блять. Чел, ты с какого года? О, блядь, да. Энди, rest in peace. И все, кто будет шутить про Энди, буду пидораса вас банить, блядь. Где ты, сука, нахуй? Как тебя забанить сейчас? Он уже и проебался, блядь. Суки. Летай, летай, да-да-да, летай. Против Локи, да, это был прикольный бат. Ну, типа, ничего такого особенного, но у Воки были крутые куски, такие, особенно в первом раунде. Для меня, как для фаната американского рэпа 90-х, это было очень горячо. Я что-то подошел к твоей маме, и мама сказала, мама said knock you out. Это было горячо. LL Cool J для всех типов, которые шарят рэп. Следующий батл, братан, вообще не планирую. Знаешь, я как и говорил, вроде бы в трансляции ВК, если будет реально классный оппонент, интересный, да. Так, я не вижу смысла вообще участвовать для себя. Это скучно, нет никакой мотивации, нет никакого смысла никого разъебать, просто повисеть и почитать рэп-строчки, типа, хуйня. Короче, это заявка на ФБФ про Грина, если ты не понял про хип-хоп и кровь. Не, не шарю, братан. Воки кухо починилась. Да, слушай, дай бог, чтобы у него было все хорошо с этим делом. Воки меня очень удивил на этом батле. Я не знал, что он шарит за рыпать. Красава. Алекса, кто тебе сказал, что Ваньку? Ну, была типа ситуация, это когда было года 4, наверное, назад, когда рифмы панчили какой-то из СМИ. Написали, что Воки типа в психушке. Типа, что-то он пытался покончить с собой. Ну, типа, опять же. Это может такие какие-то хип-хоп вбросы.
Я ни у кого не проверял эту информацию из его знакомых там или у него лично даже. Но были такие моменты, и поэтому, может, сложилось у всех такое впечатление, что у него были проблемы с головой. Блядь, с головой, что это за хуйня. Йо, Харьков, салют. Твоя мамка звонила, сказала, что у вас дохло право. Да, братан, была такая хуйня, да. Классический. Блядь, когда это было, нахуй? 6 лет назад. Вся жизнь в батл-рэпе. Салам, салам. Салам всем дворам, всем моим пацанам. Анет Камон пишет, возьми меня в прямой эфир, поорем. Анет Камон, иди нахуй. Не обессудь, старушка. Это все бизнес, это все бизнес. Ну, я думаю, что за 4 года все на Росоке. Да нет, все шикарно. Ну, блядь, ну, все, кто смотрели последний батл, как по мне, все было круто. То есть, типа, были какие-то, наверное, моменты у него когда-либо, и, либо это просто какие-то желтая пресса, какие-то вбросы, ну, хуёвая такая, никому не нужна. Иди нахуй, пес. Ладно. Вот и поорали. Нет, камон, ты же на свидании. Ты же на свидании должна была быть. Ты шо, блин? Короче, Нет, камон, это одна из моих девочек. Ну, этих. Бабочек. И она должна шла идти зарабатывать мне деньги, блядь. Вы спрашиваете, откуда у меня деньги, блядь. Она мне пишет, поорем, блядь. Пиздец, так нельзя сегодня поступать, блядь. Уволю ее, пацаны, отвечаю. Бубочка принял закон о легализации. Я уже легальный сутенер. За мамоёвство хотелось когда-нибудь на батле набить ебальник. Братанчик, Людмила, сестричка, понимаешь, такая тема, что я всегда, типа, мамы ебал. И всегда любил батл рэп за то, что мамой будет. То есть, пойми, мамоебство – это как бы символ того, что нет рамок. Потому что на нашем пространстве, типа русскоязычном, в принципе, похуй, типа СНГ пространстве, это табу. И нельзя любить, смотреть и тем более участвовать в батл рэпе, если у тебя есть какие-то рамки в башке. То есть, типа, во-первых, как мамоебство. Поэтому, если тебя грузит тот факт, что твою маму могут ебать на батле, абстрактную твою мать, не участвуй в батле. Мать, то есть смотри, блядь, я что-то нажимаю не тепло. Мать, смотри, то есть ты с рэпа ушел из батлов тоже, что теперь? Слушай, старина, я не знаю, может ты мне подскажешь, как заработать денег. Вот я пытаюсь сутенерить, но что-то, блядь, не получается. Видишь, блядь, и уходят они, блядь, все. Уходят все с улиц, возвращаются все домой. Я, братан, никуда не ушел. Я все там же, все ровно, понимаешь? Сейчас просто типа перерывчик. Пауза, менопауза батл рэпа. Мы сейчас меняем ей матку, чтобы можно было продолжать ебать. Да ёб твою мать, блядь. Короче, да. Батя, то есть, да, прошу. Мать, это мать, иди всем, все это раз с хейтером сосать хуй. Е, ты меня правильно понимаешь, что the real what it? Сосуя? Триста в тяг, я думал, она уже закончила. Слушай, старина, я как бы тоже, я не знаю уже, что тянуть там, на честном слове. Какой твой батл самый лучший, по твоему мнению, мой любимый Огилоты? Династфан, спасибо большое. Мне тоже кажется, что это очень удачный был батл, потому что получается все время
меня, получается, на версии был до этого батл против Эдика Кингсты. Это 16-й год, а Согин он 19-й, то есть в течение 3 лет. Я капельно батлил на других площадках, а в основном это были батлы под биты, были командные батлы. И как бы я тут с полной уверенностью и на полном серьезе вернулся на Versus и разъебал Огила. Поэтому я тоже доволен, типа, у меня было время набраться рэп-голода, батл рэп-голода к той теме. Нормально, батл, ты смотрелся последний раз. Слушай, старина, ну вот мне понравился батл Юлии Киви и оппонентки Мариджа, Марайя, я не помню, как зовут девчонку вторую. У нее был очень крутой первый раунд, Киви был второй либо третий, не помню. Ну, это был горячий батл, при том, что учитывая это женский батл, да, и ассоциации такие как бы несутся, что, ну, блядь, типа, ну, типа, женский батл, он же не может быть, типа, таким, какой может быть пацанящий батл. Но я был дико удивлен, это было кайфово, я посмотрел с удовольствием вообще. Класс. Жара. Сколько стоит тебе купить минус? Старина, пиши мне в этот, как оно называется, в, блядь, на e-mail. Разные расценки, разного рода биты. Так, чести не отвечу. Как Ретраун съебался с батлом. Да, шикарно, блядь. Вот лучше бы он не приходил туда, блядь. Привет, Слуганск. Слуганск, привет. Мать, респект. Я за твой панк музло жду новых релизов. Турбана, спасибо тебе большое. Рад, что ты присоединился. Понимаешь? Сейчас для тебя, братанчик, будет целый панк-рок релиз. Ты кайфанешь. Все, короче, кто не застыл на месте, короче, все, кто хочет кайфовать, вы ждете чего-то, от кого-то, можете не ждать. Просто послушайте мой панк-рок релиз и отпишитесь от меня все нахуй. Так, потому что, возможно, это единоразовая акция. Ха-ха, мама ёста, чел, походу, не шарит, когда на батлях усёсть твой близкий. Ты должен отключаться, не слушаться воскрепления. Мудрые слова, братан, мудрые слова. Знаешь, на самом деле, батл-рэп, типа, когда ты участвуешь в батле, нельзя, типа, думать эмоциями, нельзя, типа, как-то, знаешь, думать сердцем, типа, это холодная хуйня, это как правильно, не знаю, в боксе быть, то есть ты должен быть холодным умом, то есть, типа, должен быть фу-фу-фу-фу-фу. Ты должен быть на чеку, ты должен быть на взводе, но на правильном взводе ты не должен позволять себе лишнюю какую-то хуйню, должен позволять какие-то лишние эмоции, потому что это хуйня, это спорт, братан. И этот спорт подразумевает, что ты будешь оскорблять близких, что твой оппонент будет оскорблять твоих близких, и вы уже соревнуетесь, кто как лучше это сделает, как лучше кого-то подъебет, кого-то унизит. Обожаю батл рэп, но последние, типа, в основном батлы, вообще последние годы, куда это веха батл рэпа, да, вот это, она там как-то, ну, нет ничего интересного, нет какого-то стержня, ничего не осталось, типа, это скучно. Мне очень скучные какие-то межсобойчики, или как это называется, какие-то межусобицы, какие-то бессмысленные, блядь, копания друг в друге, типа, братан, ты там сделал тогда, да, ты там то-то, блядь, ты мне похуй, братан, типа, разъеби его маму, трахни его отца, блядь, в рот, нахуй. Вчера переслушал фит с Алфой, вывод одинаков, либо плати, либо иди нахуй. Все правильно, братан, так и живу. Вот это мое кредо, блядь, с тех пор по сей день. Ждем альбом этого РПК, купол слетает с петель. Спасибо большое, братанчик, будет рэп, и будет панк-рок, будет все очень много, всего интересного, будет разные жанры задействованы. Будем показывать стилей. Там подача алфавита была на батле с Киви. У оппонентки? Слушай, может быть, может Алфа ее вдохновил, может Алфа даже помог ей как-то с текстом. Да, на самом деле, какая разница? Девчата сделали охуенное шоу, типа, это было круто. Это был достойный батл рэп. Что ты скажешь, блядь? Обеим респект, типа, кайф. Бля, обычно говорю обеим, когда хочу унизить типов, типа, что они тёлки. Я тут реально на маньяке говорю обеим, потому что они девушки. Смешно было, когда сзади Мереки, да, стоял алфавит и нашёптал губами текст. Ну, блядь. Ну,
блядь, ну так и живем, блядь, что-то, блядь, я ж... мужчина, блядь, вот это самое, блядь. А что с демкой фит твоя Бивана? Слышал в историк, мы сразу были. Да, старичок, это на альбоме Обика. Все давно я ему скинул дорожки, всю тему уже как... Как он там выложит синглом или в релиз, я не знаю. Вопрос уже не ко мне. Очень кайфанул, кстати, с трека Оби. Блядь. Сука, я не помню последнего сингла с чуваком. Блядь, не... охуеть. Я реально на репите гонял этот трек. Много дней, не помню, как называется, но просто дико горячейшее дерьмо, там дико пиздатый бит и вообще супер-супер рэп. Так что всех вас призываю послушать Обика релиз. Я уверен, что это будет очень грязное, очень крутое дерьмо. Где можно найти твой мейл, братанчик? В ВК зайди, там он подписан. В Инстаграме я не помню, не буду пиздеть. Может, он тоже там есть. Йо-йо, всем салют, йо. Харьков. Харьков рэпа сити. Протушкин. Камбека не будет, а камбэк может быть. Ну е, золотые слова, брат. Бро, как тебе палмдроп, как батлер? Мне кажется, на данный момент палмдропов самый горячий батлер. Потому что он объединяет в себе вот все те батл-рэп критерии, которые мне нравились всегда. Это шутки, это панчлайны, вордплей, рифмы. Ну, палм очень горячий, очень крутой. И мне нравится, что он делает непринужденно, типа подбуханным. Окей, это плохой пример, как бы, да, типа там быть алкоголиком, ну, блядь. Каждый выбирает свой путь. Палм охуенный. Вот так скажу, одним словом. Сколько у вас время в Одессе? Братанчик, 20 минут первого. Куда пропал Рики Ф? Не знаю, старина, давно не общался с Геной. Надеюсь, у него все по кайфу, все хорошо. Не знаю, честно. Имейл, имейл, имейл. Старина. ВК, ВК, блядь. Да, трек не спим. Да, рэпстар, да. Очень крутое дерьмо. Очень крутое дерьмо. Я, братанчик, я делал совместку только со своими хоумисами, своими хоумбоями, с которыми на блоке, с которыми на связи, мы некоторыми мутим грязные делишки, брат. Брат, ты сигареты бросил курить? Да не, старичок, покурю, конечно, сигаретки. Бросить не всегда. Сейчас подтягиваю такую тему. Одесса, столица украинского хип-хопа. Да, честно, хуй знает. На самом деле, движуха-то понеслась с Донецка, по сути, да? Это... Или с Харькова. Yes, идея фикс, конечно же, обязательно будет совместки. А у нас 0-0 в МСК, холодный пизда. У нас так же самое. Иди фикс, конечно же. Вот сейчас с Дистом будем делать рэп-трек. И с Погой тоже будем делать. Они сейчас, к сожалению, разошлись немного. Уже они не как полноценный проект. Ну, то есть, не, блядь, не как группа. Не как дуэт. Когда взялся последний гиг, который я прочитал? Я прочитал последнюю книгу «Алинкар. Быстрый способ бросить читать рэп». Когда совест альбом с Дебастой. Блядь, слушай, с Диким Димой мы на связи плотной. Но как-то да, вот очень хочется сделать с ним еще какой-то рэпась. Но про совместный релиз это, наверное, сильно. Не знаю, я бы с удовольствием, конечно, сделал бы с Ди совместный альбом. Ну, битоски хотя бы подогнал, просто чтобы он и чухал супер рэпа.
И со Stone Rap тоже, знаешь, типа, все круто на коннекте. Опять же, типа, с удовольствием подогнал бы битосик Альберту, типа. Чтобы он начухал супер рэпа. Может, и сделаем вместе, не знаю. Брат, покажи Одессу, ни разу не видел. Да старина, как тебе показать Одессу? Типа, приезжай, посмотри. А ты откуда будешь? С какого-то города? С Москвы, как я понял, да? Мать его, сап, что там с новыми треками, новыми батлами? Треки в пути, батлы не за горизонтом, брат. Пойдешь вместе за Димаста бить чипинкос? Да, да, конечно, братанчик. Вот сейчас, блядь. Двоечку разучу, блядь. Могу казана послать, чтобы он там всем пизды дал. Здоров, дорогой, да, да, салют, салют. Москва, 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 Садовая, Тверская. Искаенно валит доля воровская, словецкие. Последнее, что тебе напишу на ночь, блядь, в Черноморке последние 3 дня с подружками тусила Дженнис Гриффит. Американская порнозвезда. Я у нее в сторис увидел фотку пива янтарь темный, охренел. Сильно, сильно. Не знаю, кто такая Дженнис Гриффит, но это сильно. Да, уже больше, чем 30 оттяг, походу, вышло, ебать. У Симптома крутой альбом вышел. Видел, что вышел, но еще не слушал. Симптом крутой чувак, да, обязательно чекну. Вот Брута, не так давно до Брута добрался, круто. SoundCloud, где будут релизы. Я всегда, я выкладываю на, типа, платные площадки, типа, эти там всякие, блядь, Spotify, Apple, блядь, вся эта хуйня. На SoundCloud тоже обязательно всегда выкладываю, и даже тех треков, которых нет, там, на iTunes и Spotify, они все есть на SoundCloud, так что, кому интересно, это бесплатно, типа, слушайте, у меня, как бы, нет с этим проблем. Что вы должны мне денег? Тимастер, вот, рейс, не, ну, что ты так начинаешь, братан? Некрасиво ты говорить, блядь, я сейчас тебя заблокирую за такие слова, блядь. Хотя ты мне показался довольно-таки умным и цивилизованным, и образованным молодым человеком, блядь. Димаст — это легенда, на самом деле. Кто бы что там ни пиздел, Димаст огромнейший вклад внес, и всякие чуваки типа Яникса, Рокета, Плодайта, которые вы там сейчас котируете, они реально Димаст всем сквозь тернии протоптал путь. Это факт на русском языке. Я тебе не по зубам, ведь не зубной. Ебой, да, панчи летят. Как всегда. Плохого Будда, вы, блядь. Вот буквально вот на неделе выложу и там, короче, за этот месяц постараюсь. И Плохой, и Алко Фанкерс, и все синглы Сплаттера, которые есть только в ВК, короче, все будут везде, везде, да, будут. Братан, ты что же 3 часа фейч? Слушай, старина, ты хуй его знаю, блядь, не знаю, как я зашел. Кекс, салют, я сам буял. Братуха. Паскот. Я не знаю, старина, что я там, сколько я в эфире, блядь. Как-то зашел, давно дорвался, как говорится, до этой темы. Смогла Тандер, особенно для рэп Украины, хоть сам с России. Последний релиз, где еще не слушал, Димасты. Обязательно, обязательно чекну. Не знал, честно, что вышел. Ну что, блядь, вот эти всем рэп-СМИ, блядь, они... Кого рекламируют, блядь? Сода Лава и прочих, типа, ультрапопулярных типов. Чья музыка на самом деле-то неинтересна. А вот, блядь, Димасту, блядь, что впадло, блядь, анонсировать, нах? Болит пуль. Будет, конечно, болит пуль, братанчик. Бро, буду в Одессе, хотел бы пообщаться, возможно ли это. Ну, хрен его знает, братанчик. Чего обещать не могу. Я не особо общительный мазафака. Короче, нахуй. Мать, почему люди решили шутить именно рот, а не другие части тела?
Да гола ты просто сказал в батле, вот так и пошла. Никто ничего не придумал, подхватили просто. Ты же знаешь, как это все происходит? Soda Love Down, я не буду браться за такие громкие выражения, я не знаю, что у них с головой. Могу сказать то, что музыка максимально неинтересна. И все. А что он там, Вундеркинд или Олега Фрэнк, вообще плохо. Моргенштерн? Хороший вопрос. Тяжело отрицать то, что Моргенштерн как чувак, который не имея таланта, не имея каких-то навыков, да, вот музыкальных, за рэп навыков, достиг огромнейших высот, просто грандиозных. Нельзя типа сказать, что он типа долбоеб, нелогично, но при всем этом его статусе, да, при всей его популярности, я ни одного трека не мог дослушать до конца. Просто это очень плохо. Это реально очень плохо. Как и Soda Love. Да. Ты боишься Soda? Да нет, братан, мне просто на него похуй. Понимаешь, просто, ну... Блять, очередной неинтересный персонаж. Типа, знаешь, как были там... Кто там был? Фух, блядь, дай бог вспомнить. Тип, который еще тёлку в костюме покемона ебал. Чувиц. Короче, блядь, такие типы, которые гремят, знаешь, там, на сезон, и просто потом ты, ну, о них никогда не вспоминаешь. Вот для меня это такой же Soda Love, то есть, типа. И, в принципе, из всей тусовки это, наверное, можно выделить только OG Buddu. Потому что что-то в нем да присутствует такое, знаешь, типа. А так это очень, очень все пресные чувачки и скучные. Моргенштерн – идол для не имеющих чего-либо. Да, красиво, кстати, да, красиво сказал. Фараон. Да слушай, никогда не залипал, ни творчество Фараона никогда, типа, не следил. Ну, там... Там, когда эти, блядь, паблики, рэп-сайты навязывают какую-то хуйню, типа, ну, приходится уже это увидеть, услышать случайным образом. Ну, слушай, не так плохо, как могло бы быть. Но. Странно, знаешь, типа, наблюдать, что такого рода посредственные чуваки, они занимают такую серьезную... Вот... в индустриальной иерархии ступень. Это очень забавно просто происходит. Это чуваки, которые добиваются какого-то статуса путем откровенного байта каких-то популярных американских, ну, в общем, западных исполнителей, приходят к чему-то, да? Потом, что они делают? Они пытаются делать что-то свое, понимают, что это не работает, и начинают просто, благодаря уже огромным там финансовым каким-то положением, или как сказать, начинают байтить других уже чуваков, которые кичатся деньгами там и прочими материальными приколами. И ты понимаешь, что тип максимально пустой. То есть, вот тот же Фараон, да, типа, вот он начинал батить Боунса, потом какое-то время что-то пытался вроде делать свое, какой-то был период времени. И потом он перешел на... Блядь, я не помню этих всех типов, не Playboy карте, да? Ну, как, и может, и его, блядь, хрен его знает. Короче, ты выкупаешь, что вот... Миллионы детей, подростков кайфуют, может даже взрослых людей, кайфуют от его музыки, считают его очень таким
интересным персонажем, а ты просто понимаешь, что он повторяет чужие треки, и ты выкупаешь, что за ними вообще нет ничего, он просто пуст. Это смешно мне. Мати на базе с телочкой в экстазе. О, вот это ты правильно сказал. Мати, Канье, релиз или Дрейка? Я очень люблю Канье Веста. И очень кайфую с Дрейка. Ну, крутые, оба очень крутые типы. Тяжело выбрать что-то одно. Знаешь, если бы это было соревнование релизов 13-го года, когда Канье выпустил Изос, у Дрейка вообще не было бы шансов. В этот раз я могу сказать, что для меня лично оба мимо. Такие как бы проходные релизы оба. Ну, ничего знакового. Просто супер статусные, супер топовые типы выпустили альбом, который записывали в каких-то самолетах, наверное, блядь, или день там под водой, блядь. Marshall Mathers LP 3. Не, ну знаешь, Eminem, типа, будем объективны, Eminem закончился в 2010, наверное, году. Ну, когда он пролечился от всех своих проблем, от всех зависимостей, от всех бед с башкой, я думаю, там он и случайно вылечил свой рэп. Потому что все, что Eminem делал с тех пор, это просто гиковство, знаешь, какое-то задрочество, типа, смотрите, я могу срифмовать, блядь, куплет, блядь, на одну рифму, нахуй, блядь, 300 квадратов, блядь, чёрт, похуй, в этом нет души. Эминем, его было всегда и кайф слушать в том, что он рифмовал хорошо, у него был классный флоу, но у него всегда присутствовала душа, которая близка людям. Мати, забадли с Моргеном, скажи ему в лицо все. Да нет никого бифа к Моргену, типа, вообще похуй на меня. Просто коммерсант, блядь, с богатой семьи, блядь, решил заработать денег без семьи, похуй на него. Почему рэперы читают курим жирный член, что не так с ними? Слушай. Рэперы почему так читают, да, русские рэперы, вообще русскоязычные рэперы, потому что американские рэперы так зачитали, и они просто взяли это и повторили, перевели. Почему это Янг так, если не ошибаюсь, у него была эта строка с жирным членом, нахуй он это сделал, не знаю. Янг Таг это реально ебанутый, блядь, нигер, блядь, сумасшедший, без зубов, блядь, который, блядь, настолько побоялся наркотек, что ходил, блядь, в женских платьях, блядь. Ну вот он захотел так сказать, захотел так сделать. А почему это делают дети, которые учились в Вене, в Будапеште? Я не знаю, почему они так делают. Они же не вывезут за эту хуйню. В местах там, где могут спросить за эту хуйню. Скажи The Life of Pablo позже, чем Donda. В смысле, до. Что-то нахуй не сижу. Тигеря Дик Моргена спрашивала. Династия Слава Фана. Между тебе мэрбакать. Вообще никак. Все последние релизы Эминема тупо мимо. Может там какой-то 1-2 трека как-то. Не то, что зацепили, а который смог просто прослушать. Знаешь, либо вот команда другая была у Эминема тогда. Вот как-то и биты были классные, и вот как-то и концепция альбома, там, где он вот с Полом Розенбергом, типа, на скитах пиздит, это его менеджер. Вообще, оно как-то так все было концептуально, все круто. Потому что последние релизы просто шляпа, там, где он, типа, посмотрите, я могу ебануто и быстро рифмовать. Это полная хуйня. Ну, это мое субъективное. Вы можете дрочить на Эминема, типа, да на кого угодно можете дрочить, на Soda Lava, блядь, или на Моргенштерна, или там на Tech N9ne, но для меня в рэпе вот это сердце, брат, сердце, душа, блядь, как в любой музыке, как в кино, блядь, как в книгах, блядь, везде, блядь. Душа. Если у тебя нет души,
Шараёб. Дюрок вообще. Не, братуха, на Шараёба не пизди. Шараёб свой человек. Пусть болтует, я ему разрешаю. Шараёба можно. Не соглашусь, именно мы сейчас в деле, в уровень нашим русским еще лет 40 точно не попереть. Да, ну понимаешь, вот он же задал ту планку, когда, блядь, еще 15 лет назад. Весь этот самый горячий именно да и закончился, когда только начинался русский рэп, по сути-то. Тот настоящий Эминем, за кои заслуги его считают легендой, блядь, и на него равняется. А все это сейчас это, ну, хуйня. Бля, похуй, 60. Не, ему еще не 60, братанчик. А, Life of Pablo... Слушай, ну знаешь, Life of Pablo, там есть тоже какое-то определенное количество пиздатых треков, как и на Донде, но Life of Pablo, он звучит как будто просто такой сборник треков. Знаешь, из-за того, что Kanye когда-то задрал такую высокую планку, типа после My Dark Beautiful Twisted Fantasy, Isis, там, этих Last Graduation, Last Registration, всю эту хуйни. Супер этих альбомов. Он просто задрал такую планку, что ты с каждым альбомом ждешь от него что-то более серьезное, более сильное, стильное. И может тоже мы зря, типа так, ну я лично зря надеялся. То есть и Life of Pablo хороший альбом, и Donda хороший альбом. Но не то, чего хотелось бы. Чел, умейся, мне абсолютно похуй, ты че фанат, игрок. Кома Репаблик, не, не шари, братан. Почему ты был слаб на батле с муравьем? Слушай, я абсолютно не соглашусь, что я был слаб на батле с муравьем. Я был дико пьян на батле с муравьем. Мы бухали всю ночь и весь день. Я пришел дико пьян. И на третьем раунде, вот третий раунд, который был проебан объективно. В общем, там был ебаный монтаж, и не было видно, что происходит. Потому что дважды, или один раз, или дважды отключалось просто электричество. И это еще было, кстати, на батле 2 на 2 был Герик и Марул против Шума и его чувака. Не помню, как никнейм, как называется. Чувак. В общем, и меня просто настолько заебало, что я последний раз просто уже на этой бесчетной начухал с Call Around. Это во-первых. А во-вторых, типы, которые сводили, короче, видео, ну, типа музыку с этим, блядь, капу, голос с битом, они меня запустили на квадрат позже, хотя я вступал, ну, иначе. И уже батл вышел, и звучит абсолютно не так. Я говорю, типа, что за хуйня? Они такие, да нет, я так зачитал. И я говорю, блядь, да нет, нихуя, блядь. И показываем пример, они такие, о, блядь, запороли. Ну, мы же уже не будем перевыкладывать батл. Я говорю, ну, похуй, блядь, окей. И, короче, с тех пор я в этой хуйне-то и не участвовал, блядь. Картрайт, старичок, я не знал прям очень сильно хорошо, но последние два раза, как я был в Питере, мы плотно висели, и в последний раз он меня вообще в аэропорт провожал, он был с Артемом из рэп-крю, короче, пивка изрядно накидались, попизделись за всю хуйню, за всю жизнь, блядь. И Энди Санек меня проводил, как бы, ну, короче, было жестко. И мы, получается, как готовились к этому батлу, я ему скинул уже свои куски, мы же должны были быть против DeepXSense и Мовца, я ему скинул свои куски. Он заценил, отреспектил, все по кайфу, говорит, все, сейчас тоже пишу. Буквально там какая-то хуйня была, уже до батла оставалась по времени. И все, блядь. И вот такая вот трагедия произошла.
Джонни Бой. Нет, Джонни Бой никогда не был Эминем, не знаю, почему все придумали, блядь. Эминем пустил бороду и ехал в Дагестан, да. И респектос молдаванки лови. Спасибо, молдаванки. Йоу, Шизо, Шизо. Старая гвардия, да, конечно, знаю, знаю, да. Джиган. Джиган, вы же вместе с Джиганом правильно делали движуху. Может, вы раньше Джигана, типа, он потом присоединился, это не в курсе. Мы когда-то читали рэп, это был 2010 или какой год, возле оперного театра, вы, помню, подходили, ну, кто-то из вас, или вы, два чувака, Шизо, типа, Шаманское зелье, мы начухали рэпа под колоночку, что-то там тоже с нами вроде начитали, я не помню, уже это было, блядь, 10 лет назад. Объективно, он тебя минимум два раунда вынес. Да не, старина, первый раунд я точно его разъебал. Второй раунд, знаешь, там как получилось, он классно делал треки, ну, объективно. И он взял, просто сделал рэп-трек. Ну, написал трек. И там еще такой просто нюанс, что люди-то пришли, как получается, сразу после нашего батла был его там же концерт. И все те люди, которые пришли на батл, были на концерте. И как бы он сделал так, чтобы люди кайфанули. Люди кайфанули охуенно. Было пиздато. Ну, Мура пиздатый. Мури респект. Он классный битмейкер, он классный MC, реально. Ну, кайф. Братану его респект. Но я считаю, что он не сделал батл рэп. И, блядь. Ну, и проебал. Но опять же, это мое субъективное, и вы уже судите, как хотите, мне похуй. Как по мне, один из самых сильных. По-честному, за батл на тачку собрал. Слушай, старина, по-честному я на тачку собрал, но я это все пробахал. Почему Эминем не приезжает в Россию, он же ни разу так и не приехал. Он в интервью сказал Майк Тайсон. А что, когда Путин уйдет с власти, тогда приедет Эминем? То есть никогда не бред Эминем. Ну, блядь, давайте будем объективны. Владимир Путин — это на веки веков. Что ты чувствовал, когда не стал DMX? DMX — легенда. Слушай, любил DMX. Ну, для меня не было потрясением. Я, знаешь, типа, последние же годы у него были все время какие-то там... Он в СМИ как-то так неприкольно мелькал. То есть там... То он, блядь, своих собак мучил, резал в подвале, блядь. То он там кого-то в кого-то стрелял, блядь, из машины. Как-то, ну, у него хуйта с головой была, как я понимаю. И он вообще такой жесткий был чувак. Все время там тюрьмы до сумы, как говорится. И... Блин, ну, знаешь, я когда узнал, что он умер от передоза, после всей этой хуйни, ну, как-то я выкупил, что... Знаешь, словил момент, что эпоха прошла, ушла эпоха. Но прямо так, что DMX на кого-то насоставил, такого не было. Вот когда умер Шон Прайс, тогда была тема, да. Тогда я грузнулся сильно. Ну, вы, наверное, большинство из вас вообще не знают, кто такой, блядь. Ты... Вализе, ты долбоёб, ёбаный, этого рот ебал. Драго сказал DMX, черт, эпоха ему, что он умер, и объяснил, что он так, что DMX ненавидит белых. Блять. Слушай, тут дело такое, каждое свое мнение. Но прям там говоришь, что DMX черт, будучи Драго, это очень странно. Ловишь биток на фиток рыдо. Не, братанчик. Я... У меня грязный рэп. Я ебу мам, тёлок ебу, мусоров ебу, политику ебу, всех ебу, блядь. И у меня вообще, типа, нет вот этих границ, нахуй. Поэтому я фиду только своими братиками. У меня, короче, осталось до эфира 23 секунды. Поэтому, ребята, родные, всех любил, всех обнял. Очень всех... Ого, еще такой вопрос, что я не ответил.
Короче, всех был рад видеть, всем респект, всем, блядь, хорошей ночи или хорошего дня, какое у вас время суток. Одна любовь, no hate, one love, hip-hop. В любимых магазинах ты с кэшбэком. Самый выгодный кэшбэк в мире — это Бэкет. Приводи друзей и получай больше кэша. В описании ссылки, ты не можешь пропустить это.